Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 11:00 по GMT ждем заседания Банка Англии. Решение по ставке, распределение голосов, сопроводительные заявления, прогнозы по инфляции, экономическому росту. И спустя полчаса после этого состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который еще больше, по идее, должен уточнить и оценить перспективы изменения уже британской монетарной политики. В 12:30 по GMT традиционный для четверга отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. И еще один важный релиз по американской экономике в 14:00 по GMT ISM производственного сектора. Проанализируем эти отчеты и будем готовиться к нонфармам, которые нас ожидают уже завтра. Сейчас доллар точно остается одним из самых трендовых инструментов. Доллар влияет на общее рыночное настроение, учитывая то, что американская валюта перешла к снижению. Можно даже было сказать потише, чтобы не распугать продавцов. Я очень рассчитываю на то, что доллар сохранит эту нисходящую тенденцию и в ближайшие торговой сессии еще до выхода следующего релиза по индексу CPI сможет обновить новые локальные или даже многомесячные минимумы и закрепиться ниже 103 пунктов ровно. Ну, давайте теперь по порядку. Индекс доллара 103.74. Вот-вот будем тестировать минимальные отметки с марта. Вчера состоялось заседание Федрезерва, ставку оставили на прежнем уровне 5,5%. Восьмое заседание подряд. Что касается сопроводительных заявлений, никаких изменений, в принципе, ровно то, к чему мы уже привыкли. Поэтому первая реакция была довольно вялой, все сразу решили дождаться выступления Пауэлла, потому что это хоть какая-то конкретика и потенциально хоть что-то новое в оценке будущих действий Федрезерва по ключевой процентной ставке. Но учитывая то, что доллар сейчас под давлением, я думаю, вы заранее можете сказать то, что риторика Пауэлла была мягкой. Это отчасти так. С одной стороны, Пауэлл придерживался прежних тезисов о том, что решения заранее не принимаются, идут жаркие дискуссии, обсуждения в момент самого заседания. Все зависит от фундаментальных отчетов. Как и в прошлый раз, признал значительный прогресс в ослаблении инфляции, признал наличие дезинфляционного тренда, который продолжается. Но при этом по-прежнему вот чего-то не хватает. Нужно больше доказательств того, что картина не изменится, и в конечном счете инфляция в США придет к целевой отметке. Но, может быть, акцент Пауэлла на то, что все-таки обсуждалось снижение процентной ставки, этого оказалось достаточно, чтобы уже сейчас спровоцировать снижение американского доллара, а комментарий или даже почти ответ на вопрос, то, что ставка может быть снижена в сентябре, хотя вероятность этого уже 100%, мы это знали, и без каких-то дополнительных заявлений со стороны Пауэлла уже сделала окончательное дело, и, соответственно, индекс доллара уверенно закрепился ниже отметки 104 пункта. Помимо этого, стоит отметить, что вчера вышли данные по американскому рынку труда. Отчет ADP, очень слабые цифры, плохие показатели, 122 тысячи, точнее, новых рабочих мест, с прошлого показателя 155 тысяч. Сегодня выйдет отчет ISM производственного сектора и ожидается снижение показателя, точнее, небольшой рост с 48,5 до 48,8, но все равно индекс остается ниже 50, то есть в зоне спада. И я думаю, что еще один блок слабых отчетов мы с вами смело можем интерпретировать как дополнительные аргументы для неизбежности или важности стимулирования экономики посредством более низкой ключевой процентной ставки. После отчета ADP я прям не сомневаюсь в том, что завтра мы дождемся нонфарма, и они снова разочаруют. И после того, как у нас будет возможность через 2 недели проанализировать еще индекс потребительских цен за июль, мы повторно убедимся в том, что инфляция по-прежнему остается в нисходящем тренде, и я очень рассчитываю, что после этого уже на симпозиуме в Джексон-Холле в конце августа Пауэлл сообщит о том, что ставка в этом году будет снижена не только в сентябре, а еще, скорее всего, в ноябре и декабре. Заранее готовлюсь к такому сценарию, продаю доллар, тоже вам уже подсвечивал условия и
аргументы для оправдания подобной позиции. Надеюсь, то, что среди вас есть те, кто солидарен со мной и разделяет точку зрения, что при таком фундаменте мало шансов покупателя перехватить инициативу. Золото 1442 доллара за тройскую унцию. Хай был уже сегодня на азиатской сессии 1458. Ну, откатили сейчас. В целом я оптимист по золоту. Очень хороший вход получился. Золото лично мне задолжала определенную трендовую динамику. Я надеюсь, то, что в этот раз, с учетом текущего импульсного движения, с учетом снижения курса американского доллара, снижения доходности американских облигаций и сантимента, который все еще подсказывает, что толпа сидит в продажах, этот актив сможет добраться до нового максимума 2500 долларов за тройскую унцию. При таких движениях, как мы наблюдаем в последней торговой сессии, в принципе, это движение может быть сделано в рамках одной торговой сессии. Британская валюта 1.2853. Текущие котировки. Ждем заседания Банка Англии. Самое главное, чтобы британский регулятор не согласовал смягчение экономической политики. Я очень рассчитываю на то, что все-таки повышенная базовая инфляция, высокие показатели роста заработной платы убедят британский регулятор, Банк Англии, оставить все как есть и подождать смягчением политики до конца этого года, ну, по крайней мере, до сентября. И в этом случае у фунта точно появится очень хороший бэкграунд для того, чтобы развить восходящую динамику и достать до той цели, которую мы поставили раньше, 1.30. Сейчас также в пользу такого сценария и ослабление курса американского доллара. Доллар-канадец 1.3810, ждем планку 1.40, тоже без изменений. Доллар-иена 149.60, мы достали до следующей цели, амбициозной, которую ставили, и это произошло на фоне решения Банка Японии по ключевой процентной ставке. Вопреки ожиданиям, японский регулятор принял решение поднять процентную ставку на 25 базисных пунктов. И если мы вспомним, что до заседания Банка Японии глава японского регулятора Уэда давал понять то, что все зависит от фундаментальных отчетов, японские регуляторы внимательно следят за статистикой и особенно за ситуацией с инфляцией. И за две недели до заседания Банка Японии мы помним, что вышел отчет по инфляции, базовая инфляция достигла отметки 2,8%, основной индекс потребительских цен вырос с 2,5% до 2,6%. Это выше целевого ориентира Банка Японии, поэтому в целом условия для того, чтобы японский регулятор пошел на ужесточение политики, были. Но трейдеров все-таки заставлял сомневаться риск рецессии японской экономики. Но, видимо, Банк Японии решил, что на текущем этапе можно попробовать рискнуть. Поднял процентную ставку, посмотрим, к чему это приведет. В данном случае это точно позитивно отразилось на динамике японской иены, окончательно распугало с рынка спекулянтов, которые давили на иену раньше в расчете на то, что ничего не изменится, и керри-трейд, операции, трейдинг будет процветать. Но сейчас это уже в прошлом. Банк Японии также выполнил обещание и скорректировал программу количественного смягчения. Отметил, что если инфляционные риски будут оставаться повышенными, то легко может согласовать дополнительное повышение процентной ставки. Поэтому видел уже много заметок от инвестбанков, что 149.50-150 уровней, которые мы наблюдаем сейчас, это далеко не предел. И, возможно, мы в самом начале новой трендовой динамики, которая может отправить пару доллар-иена в район 135 йен за доллар. Если у вас интересуют долгосрочные сделки, присмотритесь к этой рекомендации. Но, с другой стороны, эта рекомендация уже отработала себя на все 100, потому что мы шортили этот дуэт активов с планки 160. И фактически за считанные торговые сессии увидели, как данный дуэт свалился более чем на 1000 пунктов. Дальнейшие ожидания. Я думаю, то, что какой-то период времени лучше подождать вне сделок, потому что после касания планки 150 вряд ли рынок прям так беспрепятственно пойдет ниже. Будет какой-то период консолидации, последим за сантиментом и после этого уже будем действовать. Рынок нефти 81.30, рост геополитической напряженности между Израилем и ливанской Хизбаллой, да, внес свою лепту, поддержал котировки нефти, но на более длинной дистанции, скорее всего, трейдеры вернутся к оценке ухудшенных перспектив Китая, особенно после последних данных по производственным индексам, две оценки уже у нас было за последние два дня, и в обоих случаях мы убедились в том, что индекс остается
активности в промышленном секторе остается в зоне спада. Это будет омрачать перспективы роста китайской экономики. Я думаю, что по итогам третьего квартала показатели ВВП будут еще хуже. Тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями, потому что Китай является ключевым импортером нефти в мире. Поэтому потенциал снижения еще сохраняется. Я по-прежнему ожидаю то, что котировки снова легко могут оказаться ниже 80 и нацелиться на более-менее долгосрочную цель $75 за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!